Она так молода, стройна и ростом в меру. Но чьи же это кости? Карбонаты чьи? Рисуют мне катодные лучи и осцилляции, и омы, и амперы. И позвоночник скрыть себя не может в прекрасном теле под покровом кожи. Так американский журнал Life отреагировал на события, которые буквально потрясло весь научный мир 2 января 1896 года. В этот день действительно, кажется, весь мир говорил о том, что в маленьком немецком городке Вюрцбург, в университете, совершено открытие, которое буквально перевернуло медицину, которое немедленно нашло свое применение в физике, в биологии. Это вообще редкий случай в истории науки и техники, чтобы по сей день оно сохраняло свое значение и необходимость, особенно в медицине. Изобретение нынче зовется одним словом – рентген. Оно стало именем нарицательным, известно буквально каждому человеку. Но ведь это еще имя собственное, имя человека – очень непростой судьбы. December 10, 1901 Шведская академия наук присудила рентгену первую в истории Нобелевскую премию по физике. И это неудивительно. За великое открытие в области физики, имеющее исключительное значение для жизни человечества, Нобелевская премия присуждается Вильгельму Конраду Рентгену. Но вот что удивительно. Первый Нобелевский лауреат, гениальный физик с мировым именем, профессор Мюнхенского университета, директор физического института, не имел аттестата о среднем образовании. Из всех школьных дисциплин Вилли Рентген больше всего любил физику. Математику тоже, но физику особенно. А вот учитель физики Герр Паттерсон Рентгена не любил. Вот он, Герр Паттерсон. Точнее, карикатура на него. Нарисовал ее совсем другой ученик, но гнев учителя обрушился на Вилли, не пожелавшего выдать одноклассника. В результате Рентгена исключили из последнего класса гимназии за дерзкий поступок, который он не совершал. Ничего, в нашей семье все мужчины в трех поколениях были фабрикантами-суконщиками. И ты станешь отличным суконщиком, Вилли. Обойдемся без аттестата. Ничего, сказал сам себе 17-летний Вильгельм. Я подготовлюсь самостоятельно и сдам экзамены экстерном, потому что без аттестата я не смогу поступить в институт. Он упорно занимался 2 года и сдал все, почти все, кроме физики. По иронии судьбы, физику вместо заболевшего учителя принимал Герр Паттерсон. Это был настоящий удар судьбы. Но Рентген не собирался сдаваться. Он начал искать другие пути, и ему повезло. В 1865 году в Цюрихе был образован новый политехнический институт. И туда принимали без аттестата. Нужно было всего лишь сдать экзамены по математике, греческому и латыни. Но 20-летнего Рентгена приняли в институт, не мучая древними языками. Настолько блестяще он сдал математику.
Свободные часы студента политеха проводили в дешевом кафе со странным названием «У зеленого бокала». По вечерам здесь бывал и рентген. Но интересовало его не содержимое зеленых бокалов, а фройляйн Берта Людвиг, дочь хозяина кафе. Через 7 лет фройляйн Берта станет фрау Бертой, Бертой Рентген, женой молодого физика, верной и преданной спутницей его жизни и первым свидетелем его открытия. Это случилось поздним вечером. Ассистенты давно ушли, но Рентген еще оставался в своей лаборатории. Он всегда уходил последним. Профессор поднялся и заспешил. Фрау Берта давно ждет его с ужином. Благо, идти недалеко. Квартира в том же здании, этажом выше. Он накрыл разрядную трубку, с которой работал весь день, плотным картонным футляром, и уже в дверях по привычке обернулся проверить, все ли в порядке. И тут он заметил странное свечение на столе. Светился лист бумаги, покрытый солью синеродного бария. А этого не могло быть, потому что рядом не было источника света. Работала только разрядная трубка. Рентген забыл ее выключить. Но и она накрыта футляром. А катодные лучи не проходят через картон. Рентген выключил трубку. Сияние исчезло. Включил, и барий замерцал зеленым. Всего несколько минут понадобилось ученому, чтобы понять. Значит, существует иное излучение, способное проходить сквозь стекло и картон. Обеспокоенная фрау Берта спустилась в лабораторию мужа, но рентген не пустил ее внутрь. Он занят, он работает. Что, уже полночь? Пора спать? Что ж, в таком случае пусть раскладушку ему принесут прямо сюда. А еду можно оставлять на столике возле дверей. «Сколько это будет длиться?» – спросила фрау Берта. «Столько, сколько потребуется». 50 суток он не выходил из лаборатории. Поначалу двигался на ощупь, просвечивая лучами первые попавшиеся под руку предметы. Книгу, ящик с гирями, колоду карт. Как колода карт попала в лабораторию? Неважно. Важно другое. Новые лучи способны проникать сквозь непрозрачные предметы и преодолевать расстояние в 1,5–2 метра. А еще они действуют на фотоэмульсию. Но что это за неизвестные лучи? Неизвестные. X-лучи. X-лучи. Невидимое глазом излучение с длиной волны от 10⁻⁵ нанометра проникает через некоторые непрозрачные материалы и вещества. После первой суматошной ночи на смену случайным наблюдениям приходят последовательные, тщательно продуманные эксперименты. Рентген искал связь между природой материала и проникающей способностью лучей. 7 недель он жил одной этой работой и проделал ее настолько блестяще, что за последующие 10 лет ни один из физиков мира не смог прибавить что-либо существенное к описанию основных свойств новых лучей. Первым человеком, которому рентген решился продемонстрировать свое открытие, стала фрау Берта. 28 декабря профессор разрешил ей войти в лабораторию и сделал первый в истории рентгеновский снимок. Этот снимок кисти руки фрау Берты за несколько дней обошел весь мир. Немецкая газета «Neue Deutsche Presse» спешно переверстывается ночью, чтобы освободить первую полосу для материала о сенсационном открытии. А еженедельник «Illustrierte Zeitung» печатает статью и фотографию рентгена.
Профессор Рентген открыл свет, который проникает через дерево, мясо и большинство других органических веществ. Ввиду того, что в полицию не поступало официальных сведений о свойствах новых лучей, строго запрещается производить какие-либо опыты впредь до выяснения вопроса и особого распоряжения полиции. Несмотря на то, что сам рентген называет свои лучи X-лучами, их по справедливости следует величать лучами рентгена. Обычно путь от открытия до его практического применения исчисляется годами, если не десятилетиями. В случае с рентгеном все было иначе. Еще не выветрился запах типографской краски на брошюрах рентгена, как в медицине уже начали использовать рентгеновское излучение в диагностике травм и переломов. Однажды рентген получил письмо от английского моряка. «Сэр, со времен войны у меня в груди застряла пуля. Ее никак не могут вытащить. Пришлите мне, пожалуйста, немного ваших лучей, чтобы доктор мог найти пулю». Рентген удивился, но ответил, не задумываясь. «К сожалению, пересылать лучи довольно сложная штука. Давайте поступим проще. Пришлите мне свою грудную клетку, а я найду пулю и отошлю вам кости назад». Рентгеновские лаборатории создавались по всему миру. Кабинеты, оснащенные рентгеновскими аппаратами, открывались в больницах Старого и Нового Света. В России первая рентгеновская лаборатория появилась уже в 1896 году. И вовсе не потому, что для всепроникающих лучей не существовало границ, а потому что рентген отказался брать патент на свое открытие. Он категорически заявлял: «Мое открытие принадлежит всему человечеству». Однако рентгеновскими лучами интересовались не только медики. Представители военных и промышленных кругов неоднократно предлагали ученому исследовать способы применения лучей в военных целях. Ему обещали помощь, огромные деньги, но рентген был возмущен. «Это непозволительно и бесчеловечно применять для военных целей средства, которое нужно больным людям», заявлял он, отвергая предложение военных. Более того, он отказал самому кайзеру Германской империи Вильгельму II. Немногие могли решиться на такое. Не мудрено, что рентген попал в опалу. Но вот она, ирония судьбы. Кайзер, подскользнувшись на дворцовой лестнице, подвернул ногу. И теперь надо было выбирать: остаться грозным правителем или воспользоваться аппаратом опального физика. Вильгельм предпочел катодную трубку. Катодные трубки, которыми в то время были оснащены почти все физические лаборатории мира, мало отличались друг от друга по принципу работы. Но чаще всего для своих опытов рентген использовал трубки Леонарда, немецкого физика-экспериментатора. Именно этот малосущественный факт послужил для самого Леонарда поводом оспаривать приоритет открытия рентгеновского излучения. Невероятно, но факт. Когда весь мир рукоплескал рентгену, Леонард развернул против профессора целую кампанию. «Рентген использовал для своих опытов вакуумную трубку Леонарда, посему открытые им лучи должны называться леонардовскими», заявлял в прессе его ассистент Йоган Штарк. А выдающийся немецкий физик Макс фон Лауэ, пытаясь поставить точку в споре, говорил: «Если бы рентген не открыл их случаи в конце 95-го года, то, возможно, это сделал бы Леонард. Но сделал это все же рентген». Сам рентген не участвовал в этом споре, не отстаивал свое право на открытие. Он просто отошел в сторону.
А Ленард продолжал битву за лучи почти 40 лет. Но с еще большей неприязнью рентген воспринимал ажиотаж вокруг открытий новых лучей, ставших тогда модной темой. Все физические лаборатории мира охватила форменная эпидемия лучемании. Неделя не проходила без сенсации, но каждый раз выяснялось, что очередное новое излучение – это либо спекуляция, либо заблуждение. Жизнь этих псевдолучей была короткой, до первой попытки повторить эксперимент. Может быть, именно эти обстоятельства и заставили рентгена отказаться от дальнейшей работы в области рентгеновского излучения. Хотя он и опубликовал еще две статьи об их лучах, но после 1897 года больше уже не возвращался к этой теме. В 1900 году рентген переехал в Мюнхен. Теперь он работал профессором Мюнхенского университета и директором Мюнхенского физического института. Здесь же, в Мюнхене, год спустя он узнал о том, что стал первым в мире лауреатом Нобелевской премии по физике. Рентген был рад этой награде, хотя вначале и не хотел ехать за нею в Стокгольм. Прошение об отпуске он подал всего лишь за 3 дня до вручения премии и все же поехал. Потом не хотел выступать с публичной лекцией после получения диплома, так и не выступил. Рентген спешил скорее вернуться домой к привычной ему работе, словно хотел спрятаться в своей лаборатории от внезапно свалившейся на него славы. Рентгену предлагают почетную, высокооплачиваемую должность в Академии наук Германии. Он отказывается. Ему хотят дать дворянское звание. Он не проявляет интереса, а когда к нему обращается доктор фон Рентген, он раздраженно поправляет. Поскольку я до сих пор не подавал специального прошения и не намерен таковое подавать, мне не подобает носить приставку «фон». В 1903 году в Мюнхен к рентгену, находившемуся тогда в зените славы, приехал на стажировку молодой русский физик Абрам Йоффе. Рентген был прост и приветлив, а Йоффе ужасно смущался. Когда профессор попросил его рассказать о своих научных интересах, Йоффе признался, что его волнует природа запахов. Оказалось, что и рентгена эта тема очень интересует. Однако это совпадение не помешало профессору для начала отправить русского стажера решать задачи из студенческого практикума. 100 задач за 2 месяца. Более нудную работу и придумать было невозможно. Тем не менее, Йоффе успешно справился с этой рутиной. И когда время и деньги, отпущенные на его стажировку, закончились, рентген нашел способ оставить прилежного физика из России в своем институте. Он взял его на должность ассистента. Ему очень понравился Йоффе. Весной 1904 года Йоффе начал самостоятельную работу с диэлектриками. И очень скоро обнаружил любопытную закономерность изменения величины тока в различных материалах. Йоффе не терпелось поделиться своим открытием с учителем, на что рентген ответил сухо. «Я жду от вас серьезной научной работы, а не сенсационных открытий». Профессор не любил сенсации и крайне подозрительно относился к открытиям, особенно в области физики. В открытие Йоффе он тоже не поверил. Сошлись на компромиссе. Ученик продолжает эксперименты, но не публикует результаты. Рентген связывал с Йоффе определенные надежды и строил планы на будущее. Он никак не ожидал от своего любимого ученика, которого только что представил к званию профессора, что тот уедет, и назвал его отъезд самовольным бегством. А потом долго не мог простить ассистента. Йоффе же, вернувшись в Россию, не бросил их совместную работу. На протяжении 8 лет он 2 раза в год приезжал в Мюнхен на консультации к профессору. А летом 14-го
Рентген и Йоффе разделили свой труд на две части, с тем, чтобы каждый мог продолжить самостоятельные исследования. Они понимали и боялись, что надвигающаяся катастрофа помешает их общей практике. Так и случилось. 1 августа Первая мировая война началась. Германия проиграла войну и вместо мирового господства получила голод и разруху. Были остановлены фабрики, заводы, прекращено финансирование науки. Послевоенные годы были очень тяжелыми для страны и для Рентгена тоже. Он больше не руководил институтом и лекции не читал. У него уже не было студентов, аспирантов, кроме любимого ученика Йоффе. Рентген работал директором метрологической лаборатории, и его нынешняя зарплата была более чем скромной. А все сбережения, в том числе и Нобелевскую премию, профессор сдал еще во время войны. Сначала в 19-м умерла фрау Берта. Потом Жозефина, приемная дочь, вышла замуж и уехала. Рентген жил в полном одиночестве в загородном доме в 60 километрах от Мюнхена. Ездил на работу в вагоне третьего класса. На первый не хватало денег. В 22-м Йоффе в последний раз приехал к Рентгену. Профессор предложил своему ученику остаться в Германии и даже принять в дар охотничий домик. Рентген рассчитывал, что он станет его преемником. Но Йоффе отказался, хотя ему было и жаль огорчать старика. У него в России уже была своя интересная работа. А еще в ту последнюю встречу Рентген согласился наконец-то опубликовать их совместный труд и даже показал объемистый пакет, в котором хранилась работа, подготовленная для печати. Йоффе увидел тогда и странную надпись на конверте. Вот она. Высказываю свою последнюю волю. После моей смерти все бумаги, и личные, и деловые, сжечь. Рентген умер 10 февраля 1923 года от рака. Ему было 78 лет. Душеприказчики не позволили себя ослушаться уважаемого профессора и сожгли весь его архив. В огне погибли не только дневник, личная переписка гениального ученого, но и результаты всех его экспериментов последних лет. А может быть, и новые, оригинальные идеи, новые открытия. В старинном немецком городе Вюрцбург на здании физического института на улице Рентген-Ринг каждый вечер загораются слова. В этом здании в 1895 году Вильгельм Конрад Рентген открыл лучи, названные его именем. В том же здании лаборатории, теперь музей, там все, как и было при Рентгене. Горожане гордятся своим соотечественником, Нобелевским лауреатом. Но что удивительно, что первый памятник Рентгену был открыт не в Германии, а в России, в Петрограде, перед зданием Рентгеновского института. Памятник не сохранился, он был сделан из дерева и гипса, как многое тогда. Но сохранились кадры, нам удалось найти эти удивительные кадры. Вы сейчас их увидите. Открывал памятник Луначарский, а консультантом был тот самый Авраам Федорович Йоффе, человек, который знал Рентгена, знал своего учителя очень хорошо.